Привет, друзья! Российская армия вновь начала использовать самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» для ударов по позициям украинской армии. Ранее УР-77 «Метеорит» показывал. Принцип работы УР-77 такой. Выстреливается шланг с большим количеством взрывчатки на дальность около 500 метров, после чего происходит подрыв. Мины от ударной волны детонируют. Таким образом создаются безопасные коридоры для прохода пехоты. В данном случае установку УР-77 используют не для разминирования, а для атак. Неофициально установку УР-77 называют «Змей Горыныч». УР-77 также используется и украинской армией. Видео есть на канале. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.